Я обожаю. Ага. Тут можно прямо вот по всему Тулуму. И останавливаться где хочешь, потому что на машине ты не припаркуешься, ну, да. А его раз чуть-чуть как-то закинуть. Да. Да? Так, мы пришли в ресторан, но заказывали здесь еды. Илья себе тут, видите, рис с супом, Света. Том-ям рис. Мексиканский у меня мексиканский. Для вегетарианцев. Ой, Света, Юля. Света у нас исчезла где-то на фотосессии. Там мама, там Ян себе и я такие два детокса, коктейльчика зелененьких. Вот. Мама, тебе не низковат? Как будто низкий тебе. А почему ты не подняла-то? Вот. Приезжай вперед, Илья. Я маму сниму. И ты телефон хоть убрала на секунду, чтоб по это. Все веселее. Самая так, тупая. Проезжаем красивый городочек. А мы в какой сейчас городок едем? Сегодня. Сейчас скажу. Сама название забыла. Чи какой-то. Чихуахуа. Чихуахуа. Посмотри, вообще милый городок. Чикила, чикила или что-то такое. Текила? Нет, Колбош, это мы на остров. Текила нам? Чикуила, чикуила. Может быть, текила? Да, может, тут как-то и люди побогаче. Посмотри, такси тут какое у них есть. Это же такси. А потому что идем все на Колбошку. О, ну видно, что уже такое это. Деньги есть. Посмотри, домики повеселее стоят. На Бакалар похоже. На Кубу похоже. Мы сегодня едем в отель с ночевой. Это твоя. Цветы какой-то. Вот такие цветы красивые. Ну, да нет. Как бы, да. Да такой, нет, он местный. А что за город? Вот визитор-центр. Какой-то Кили-Килин. А? Какой-то Килу-Килин. А, кстати, передай мне, пожалуйста, девушка, я просто ее возьму чуть-чуть в руку. Сейчас, подожди, у меня малина упала. Не, ну, посмотри. А, нет, нормально, здесь. Заканчивай прям. Да, ну, ты, конечно, вообще... Час от Канкуна. Сейчас буду Юлю присяду, дай возьму. Подержи тарелку. Ты нашел я? Да. Да. Подожди, стой, я тебе сейчас дам, не вырывай. Где? Где? А-а-а. Это центр. Ну, ты крутая. Да, посмотри, она. Очень-очень симпатичная. Ну, ты вон, смотри, нас могут вообще намного оштрафовать. Мы не можем. Никто не пристегнут вообще. А, ну да. Не можем сказать, какой город. Там я тем более. Там при въезде-то было написано. Да, на воротах при въезде. Сложное название. Киликули. Киликули. Я там не знаю, где. Строится все, видишь? У меня без документов даже будет. Не, погоди, зачем? Магазины здесь есть. Гаражи ты какие-то. Длинный такой. Тут что-то недостроенное.
Мы приехали в курортный городок. Слушайте, еле припарковались, вы не представляете. Тут до миллиметра пришлось ставить машину. Все, видите, маленькое, узкое. У меня аж сердце чуть не оборвалось, когда Лена парковалась. Вот смотрите. Это жесть, конечно. Там вон дверь тоже не открывается, вторая. Сейчас мы поедем на паром. Нам сразу же такси здесь подогнали за чаевые. Вот наше такси. Все чемоданы сюда поставим. Я почему-то всегда боюсь давать деньги крупные вот в таких местах. На базарах, вот, допустим, в Арабских Эмиратах, вот здесь. Мне кажется, когда я даю крупные деньги, они будут до последней тянуть, чтобы сдачу не сдавать. Как-то, знаете, у них они в руки попадают, и они не хотят сдавать сдачу. Так, VIP-такси поехало. Давайте, пока. Туристы, туристы. Да нет. Нет, обратно. Здесь. Вот такой паркинг самодельный. Тоже делают денежки здесь, в этом городке маленьком. Туристическом. Видите, все такое маленькое. Еле въехали. Тут, конечно, уже и такси ездят, как тук-туки в Таиланде. Такого же плана. Паром ходит каждый час. Местные кафе. Это что, кафе? Что он мне сказал? Непонятно. Не поняла. Так, купили билеты. Так они банки. Пластиковые бутылки складывают. Что-то такси-то уже уехало у нас с нашими-то. А! Одна минута. До отплытия. Все, поехало, да, кажется? Пеликаны. Все, мы сели на второй этаж. С ветерочком сейчас прокатимся. Вон, видите, компания празднует. Садись к этому, к воде, к борту. Умер. Ну, потому что ветер начался, и волны, и вынесло, а волны детей утонули. Ничего себе, посмотри, к пеликану. А там было 80 пеликан. Детей. А, ничего себе. Вот, и там типа 7 утонули. И поэтому ее теперь позвали коса смерти. И мы сегодня или завтра поедем на такую же, но только в Мексику. Но тут никто не умер хотя бы, ну, на надеюсь, этой косе. А где, интересно, в России такая коса? В Сочи где-то такая. Да? Я да, даже не слышала. Ну это нет, наверное, не это. Ну там, ага, есть в России коса, ага, такая. Местные рыбаки. У нас такая же лодка есть. Что они ловят? Где у вас есть? В клубе. А. Hi, guys. Что-то тут вода-то еще не очень у нас, конечно. Прям скажем. Команды. А, посмотри, что-то они ловят. Такое очень необычное у них лодки. Какая-то вот дрянь. Они тут туристов от камней эти собирают. Еле ехал. Мы уж думали, все, не доедем. Кассу дам нормально. Но там, видимо, нельзя быстрее ехать. Может быть, рыбу не откупивают, потому что там рыбаки. Или еще какие-то причины. Еле ехал.
Одни вопросы и никаких ответов. Ух ты! Видали? У нас веселье сейчас будет. Admit that you're just afraid. Time to let go of all.